Во всем мире пляжи бывают нескольких видов. Дикий – для семейного отдыха, отдельно для мужчин и женщин, топлес и нудистский. Чтобы не будоражить общественность, стоит помнить, что требования к внешнему виду на каждом из них разные. Например, на семейном дурным тоном будет считаться появление женщины топлес или любого члена семьи обнаженным. Маленьких детей в таком месте тоже стоит одевать в купальные наряды. Ваш внешний вид на пляж должен быть прежде всего не только комфортным для вас, но и эстетически привлекательным. Не рекомендуют носить на пляже нижнее белье. Неважно, мужчина или женщина, есть купальный костюм, в котором мы должны там находиться. Мы переодеваемся только в специальных кабинках. Ни в коем случае не нужно переодеваться на пляже, прикрываясь полотенцем. Это считается недопустимо. И это правило действует и для детей. Если у вас ребенок дошкольного возраста, мы все равно с ним идем в кабинку для переодевания. На пляже не следует сорить, разрешать детям громко кричать, бросать в посторонних мячом. Недопустимо занимать чужое место, пока хозяин купается. Если вы не приглашенный на пляжную вечеринку диджей, лучше пользуйтесь в людных местах наушниками. Полезно помнить о том, что ваша собачка не должна купаться вместе с отдыхающими. Если у вас есть собака, вы пришли на пляж с собакой, следите за ней, чтобы она не купалась в местах, где отдыхают люди. Если она все-таки это сделала, мы ее забираем и больше к воде не пускаем. Соответственно, все ее испражнения мы тоже убираем и уносим с собой, куда-то выкидываем. Место своего отдыха стоит тоже оставлять в чистоте. Справлять нужду и выбрасывать мусор только в специально отведенных местах.